Наташа Гром, и у нас сегодня влог начинается именно таким образом, потому что я вам сейчас все более подробно объясню. На прошлых выходных у нас в Москве прошло очень интересное мероприятие, которое называется Red Bull Flugtag. Я посещаю, стараюсь, по крайней мере, посещать каждое мероприятие, которое проходило у нас тут. И смысл этого мероприятия в следующем. И вообще, что это такое Red Bull Flugtag? Это развлекательное мероприятие, которое подсмотрел основатель Red Bull, и подсмотрел он его в 1971 году в Англии, когда прошел первый конкурс безмоторных летательных аппаратов. И с 92 года существует это мероприятие, так как владелец Red Bull и основатель компании подсмотрел его, он решил сделать его более крутым, более насыщенным. И после этого он стал проходить под рекламной кампанией Red Bull. Причем он проходил в разных странах мира, у каждой страны. Был свой флюгтаг. Флюгтаг переводится с немецкого языка как «день полета». Ну а в России флюгтаг провезли с 2009 года, и каждые два года это мероприятие у нас проходит, то есть последний, то есть уже не последний, предпоследний был в 2015 году, сейчас в 2017 и будет аж в 2019. Также есть определенные правила, чтобы там поучаствовать. В вашей команде должно быть 5 человек, и вы должны представить свой летательный аппарат, в котором все устройства в летательном аппарате должны быть сделаны из экологически чистых материалов, которые не остаются потом на воде, то есть, ну, потому что они все падают в воду. Размах крыльев должен составлять не более 10 метров. И еще также не должно быть в вашем летательном аппарате двигателя или что-то такого, что может его завести, поэтому эти 5 человек, они его толкают и сбрасывают в воду с пирса. А в этом году было очень сильно жарко, настолько сильно жарко, что я не стала снимать приветствие, мне было плохо, меня поливали потом водой, ну, как плохо, не прям так совсем, но мне хватило. Я не переношу жару, я даже не знаю, почему в 10 фактах о себе я об этом не сказала. Мне пришлось закатывать джинсы, подходить к вентиляторам со специальным устройством, которое поливает водой, и я хочу вам их сейчас показать. Они реально охлаждали лицо на каких-то 15 минут, но хотя бы от них было легче намного передвигаться, думать и что-то еще. И также очень сильно спасали прохладительные напитки, которые там раздавались и которые утоляли жажду. Также мы с друзьями намутили браслеты от ВК, и можно было по ним зайти в специальный лакшери-балкон. Там раздавали мороженое Red Bull и раздавали там воду, это все было на халяву, там можно было посмотреть, там был тенек, там не было жарко, там были прикольные диваны, где можно было, ну так, развалившись, посмотреть на мероприятие. Вот, мы также еще двигались по всему, по всей территории этого парка, этого грибного канала, и в конечном итоге мы попали на тот клочок острова, где летательные аппараты стояли, и можно было их потрогать, и что-нибудь с ними сделать, и сфоткаться. В общем, я наснимала вам много всего, и давайте сейчас посмотрим. In the same plane as you. Fuck it, we can make it get away. Only for two, I know you.
you really fond of breaking backwards and breaking rules, cool. Got a couple things I think that I could really get used to. You through with dudes saying that you leaving the bruise too. Fuck it, I'm equivalent to something you ain't never seen. Your life ain't the same, so why you pressure me? I'd rather be the only one getting these feelings. I've been running so low. Yeah, I by myself probably would call out for help if I really needed. Никуда вообще, абсолютно. Вы в Москве, Екатеринбург. Сейчас на седьмом. Двигаемся далее. Следующая команда уже может подниматься. Судя по лицам, я уже потихонечку, это пятый флюктак, четвертый для меня. Я узнаю эти лица. Команда, сколько можно уже участвовать? Без ветераны одни. Команда называется «Москва окрыляет». Хэштег, кому как нравится, хэштег, а может полетит. В общем, это команда с самым длинным названием. Из Москвы. Пилот Сергей. Пилоты Анне учат. Вкратце, это небольшая история того, что произошло буквально недавно в Москве. Команда разных и непохожих людей. Они вдохновились удачными уборщицами, невероятными событиями и безграничными возможностями, которые дали город под названием Москва. Ребята, если вы готовы, то мы... I can't really say, I hope you see me. Truthfully, I'm fighting feelings, I don't think I need it. You need this, probably more than anybody else. Got my head floating in the clouds, like I ain't touching ground till I see we good, yeah. Cause I don't really wanna feel the love, done it all before, see you want it now. More than anybody else. Got my head floating in the clouds, like I ain't touching ground till I see we good, yeah. Cause I don't really wanna feel the love, done it all before, still you want it now. More than anybody else, like you don't get. Боже. Ну что тогда? Надо сделать эти ноги поуже. Как. Все, запускайте. Блин. Туда. О. Натальный кондон. Вот так нормально, да. Вам понравилось, в следующий раз мы встретимся на флюктаге аж в 2019 году, и спасибо вам за просмотр, я вас всех очень люблю, всегда ваша Гром Наташа, и пока!